Выжат навес, подача в штрафную, еще удар головой. Навес, удар Жаковского, и здесь удар поворотом, и 1-0, Гомель выходит вперед после точного удара Владимира Дубровского. Принимает Дубровский поздравления, и посмотрим на повторе, как же все-таки гомельчане забили розыгрыш углового. Савицкий дает штрафную площадь, навес и Жаков. Навес штрафную, Бондарь удар головой, и хорошо. Выбрал позицию, уже не получилось. Но Дроздов, видим, как тоже идет прессинг. Джон, хороший отбор головой. Джон на левом фланге, уже трапеза, снова Джон. Джон простреливает, и здесь Криворот. Не успевает, но успевает защитник Белшины. Криворота, Криворот вперед. Дубровский. Классно отыгрывается Владимир Дубровский. Дроздов, можно отдавать на трапезу. Отличная передача, но что? Здесь не думает трапеза, и... из постных ворот, стоящих за пределами поля. Но здесь повреждение получает. Кидает и получает какие-то замечания от главного тренера. Андрей Михайлович Ещепца. Косавицкий. С мячом. Савицкий смещается в центр. Удар поворотом. Отбивает. Мяч в игре. Хотя после этого ракурса показалось то, что мог он выйти. А здесь Савицкий. И что? Здесь, ну, пенальти, да. Однозначно никаких вопросов быть здесь не должно. Получил по ногам Савицкий. И очень грамотно Илья Мишук разыграл. Указание арбитра. Разгон трапезы. Трапеза, удар поворотом. И угадал направление. Владислав Дрозд. И переиграл голкипера Бруча. Давайте еще раз на повторе посмотрим. Убирает мяч под себя. Отпасовывает на Майорова. Майоров на штрафную. Опасно получилось. Трапеза, удар поворотом. И свободного Майорова. И тем самым значил свободный удар. Здесь момент. Уворот Гомеля. Опасно. Жон спасает свою команду. А тут штрафной уворот Гомеля. Навес. Отбиваются гомельчане. И очень разбирает мяч. Исполнить. Ломака навешивает штрафную, удар головой, и 1-2. Белшина сокращает отставание в счете. Ну, здорово, разыграли по прощанию. Посмотрим еще раз на повторе, как это произошло. Джон проигрывает здесь единоборство, будет прострел или что-то будет другое, удар поворотом, Рыщенко вручает. Главный арбитр встречи. Ломак подает, удар головой, и здесь еще момент, кстати, похожий. Тем моментом, который здесь Дрозд выбежит или нет. И что здесь придумает трапеза? Дубровский, но нужно было бить сразу. Удар поворотом, и Савицкий. Для того, чтобы Гомель сейчас не увеличил счет. Джон навес. Трапеза, удар головой, и мяч идет мимо ворот. Никиты Майорова, 15-го, замена по позиции, а здесь момент, Дубровский отпасовывает на Савицкого, Криворот, и что у нас здесь? Криворот получает по ногам, по всей видимости, и неприятно на столкновение. Поворотом заблокируется выстрел, Жаковский играет головой, неудачно здесь мяч тает, здесь вход штрафную, удар, и попадает мяч в штангу. Рощенко, Рощенко выбивает мяч. И здесь Фуркан пытался сыграть удар поворотом. Рощенко здорово. Махнач, и уже Дроздов на подхвате, уже снова Махнач. Махнач, прострел, и здесь Дроздов. Ну, нужно здесь сбивать Гомелю, отличная позиция, но непонятно, что сделал Савицкий в этом моменте. Трапеза отпасовывает на Акина, Акин с мячом. Здорово, играет корпусом турецкий легионер. Удар поворотом! Ой, классно он тут приложился.
накин довольно-таки неожиданно. Смотрим, в принципе, счет позволяет. Уверен, чувствовать Гомеля, но, конечно же, нужно усиливаться. Драпеза, выход 1 на 1, удар поворотами, 3-1. Драпеза увеличивает счет. Ну вот, только я сказал, что замена под усиление атаки, как тут же Драпеза вышел 1 на 1. Но смотрим еще раз, классный заброс. Драпеза принял, выждал паузу. Пакин будет здесь прямой удар от Ламака, и мяч уходит. Будет навес, навес в штрафную. Джон выиграет в ходе наборства. И здесь ошибка. Акин набирает скорость, идет по правому флангу, уходит под подката, удар поворотом, и мяч попадает в перекладину, но здесь добивание. Ну что, понятно, что тяжело, это будет ракурс. Савицкий. Пытался сам пойти, но не получилось у Савицкого это сделать. Удар по воротам, и какой гол сейчас залетает в ворота Гомеля. Отличный дальний удар, и Белшина сокращает отставание в счете. Но прям голы на заглядение у Белшина сегодня получаются. Давайте еще раз посмотрим на повторе. Никита Грибов, 29 номер, если я не ошибся. Где Гомеля уже? Попытка прострела от Ивана Юрина. Передача на Дубровского. Дубровский отдает налево на Колоцея. Колоцея на Акина. Акин налево. Хорошая передача на Полушка. Полушка на Дроздова. И какой гол сейчас оказывается. Какой мяч даже сейчас оказывается в воротах Белшины. Как же классно они все разыграли. Футболисты Гомеля. Смотрим еще раз. Акин отпасовал на Полушка, Полушка на Дроздова, и Дроздов тут мимо вратаря. Отправил мяч, и еще становится. Акин хочет штрафную, удар по воротам, неплохо приложился. Туркан и... Удар по воротам. Что Акин подавать навес. Дрозд хорошо играет кулаками. Дрозд первым на подхвате, но покинет поле. Навес. Башкевич вступает в игру. Передача налево, на Полушка. Полушка принимает мяч. Удар поворотом. И здесь на добивание Колоцей должен сыграть. Колоцей, удар, и никак. Защитники еще раз. Ну, 100% момент. Сейчас был у Гомеля. Для того, чтобы реализовать этот встречный контратвет Белшины. Удар поворотом, попадает мяч в штангу. Спасибо всем, кто был на нашей трансляции. С вами был комментатор Антон Козик. До новых встреч, всем пока.